Полезная информация. Российский бизнесмен Роман Абрамович настолько богат, что прячет книги в деньгах. Как вы уже догадались, далее речь пойдет о книгах. Каждое утро для писательниц Дарьи Донцовой и Александры Марининой начинается одинаково. Они спешат к редактору. Ну и как мы теперь поймем, где чье? Подождите, а вы помните, про что у вас сегодня книги? В моих сегодняшних утренних книгах... убийцу находят! Стоп! Эту фишку я использовала вчера в своих вечерних книгах! Девочки, не ссорьтесь, давайте просто поделим пополам. Как вчера. Точно! Так, есть еще такое предложение. Чтобы привлечь читателя, предлагаю выпустить такую книгу. Значит, с середины страницы вниз идет обычный текст, а вверх идет тот же самый текст, но только вверх ногами. Понятно? Зачем? Вы представляете, едет человек в метро, читает, да? А сверху такие люди стоят и тоже могут читать. Гениально! По контракту... сегодня вечером вы должны принести 300 детективов. Каждая. На старт, внимание, до вечера.